Вот до чего доводит мясо. Из-за мяса семьи разрушаются. Зачем покупать этот отрицательно настроенный комок энергии, да еще такой дорогой? На сцене Магаданского музыкального и драматического театра спектакль «Однажды мы все будем счастливы». Это постановка вологодских актеров, главная героиня которой – девушка Маша. Она с детства ощущает себя нежеланным ребенком. Стесняясь своей бедности и некрасивой внешности, Маша пытается завоевать авторитет в компании более удачливых и успешных, на ее взгляд, одноклассниц. Постановка вологодских актеров была последней в программе выступления гостей Всероссийского фестиваля «Свет лагерной рампы». Оказаться в Магадане вот так просто – это, не знаю, удача, везение какое-то, прям радость. Насколько мне известно, тут в театре идет не так много современной драматургии, поэтому встречена она была очень так неожиданно. И, ну, как мне показалось, зритель, я сужу по своему сперва спектаклю, такой был очень внимательный и настороженный, мне кажется. Всероссийский фестиваль «Свет лагерной рампы» проходил в Магадане 5 дней. Зрители познакомились с постановками театральных коллективов Вологды, Новосибирска, Екатеринбурга.